как жить, чтобы моя жизнь прошла не зря. Как стать до мамы с папой дороже. Пробья маленьким телефончиком. Это телефон в доме самый главный. Как он звонит, все бегут к нему. Обнимают, прижимают к себе. Он всегда в центре внимания. Он самый любимый. На него не кричат. Не прогоняют, чтобы не мешал. Он всем нужен. Вот если бы папа прижимал меня так же, как его. Вот если бы мама говорила со мной так долго, как с ним. И везде носилась бы со мной, как с ним. Хочу стать телефоном. Хочу стать самой любимой. Разве об этом должны мечтать дети? Верните им вашу любовь, пока не поздно.